Warning. Всем привет, с вами Sky, Sneakers и Дрон. В общем, опять мы не знаем, как начать. И видите, у нас сегодня карта под названием Co-op Mission Hunted. Опять же, от того же чувака, который делает эти все коопки. В общем, в том углу у нас Sneakers, а в том, как обычно, Дрон. Чуваки, давайте. Ваше слово. Всем здорово, ребят. Ну привет, и начнем с чего? Сложность, ХП, респавны, речь и музыка. Ну и кнопка старта. Если поставить... Кстати, музыку мы вырубим, потому что нам авторские права, вот как раз-таки сегодня мне пришла табличка о том, что я нарушил авторские права на одной из таких карт. Так, ну тут ХП. Такое, вот видите, максимально калаш. Только не стреляйте по нему. Так, ну поставим, короче, легкую, побольше ХП, респавны, русский спич, то есть речь, музыку вырубим. Ну и все, поехали, да? Да, погнали. Сейчас, подожди, только дигл новый куплю, потому что у меня в этом уже патронов нет. А его выкинуть нельзя. Все, ладно. Где я? Тихо. Что это за место? Что это кажется, за место? Кажется, чего-то не хватает. Сейчас послушаем. Надо найти то, что должно лежать здесь. Так, ну вот, значит, здесь у нас вот такая вот фигня. То есть мы подходим к дверям, и они закрываются. Значит, проходим все двери, и в итоге нам открываются одни двери, в которые мы должны пройти. Только я не помню, какие. Разработчик решил затралить, да. А, во. Все, тут есть ловушки. Где-то здесь ловушка, по-моему, была. Значит, что нам надо? Идем, ребята, за мной. Мы уже, ну так, в принципе, немножко побегали, поэтому знаем, что как. Первым делом мы ищем маску. Вот в одном из таких вот ящиков должна быть маска. Ищите ее, чуваки. Ой-ой-ой. Ловушка. Тихо. Во-во-во. Меня кот. Так, маски нету. Здесь тоже ищем. Походу вот там. У меня шмурашки. Во, нашел. Это маска вот такая вот из миссии. То есть такая вот. Кажется, я нашел. У всех, да, речь играет? А, офигенно. Да, сделано круто. А ловушка... Что? Господи, я чуть не обосрался. Подождите меня, чуваки. А, там еще какие-то клетки, непонятно для чего. Ну все, идемте сюда. Посмотрим, что как. Ловушка опять, лол. А я знаю, для чего он, чтобы насиловать таких, как мы. Так, иди сюда, дрон. Все, кладите, надо найти, да? То, что должно лежать здесь. Только я могу положить? Легко. Ой, ёлы, блин. Пойдай, дрон. Так, ну страшно. И теперь я могу полетать так же, как стул? Неа. В общем, нужно добраться по стульям до верху. Паркур, что ли? Да. Только тут он немножко дебильный, поэтому если ты упадешь, будет больно. Можно я не полезу? Я уже почти добрался. Вы там, короче, беснуйтесь. Ай, да, тихо, я почти... Дрон, ну что ты творишь? Твою мать! Так, ладно. Так, в итоге я добрался до ключа, пропрыгав. Окей, берем ключ. Этот ключ должно быть что-то открывает. Этот ключ должно быть что-то открывает. И, в общем, мы еще 20 минут убили в прошлый раз на то, чтобы найти, куда нам идти. Идем, ребята. Идем. Идем искать. Сейчас я даже не помню. Блин, это не в этой стороне. Ну, ладно. Так, ну загадка, конечно, была нехилой. Кстати, я вам скажу. И тут, кстати, нас встречает сейчас типа босс. Это, опять же, не здесь, по-моему. Это где-то вот здесь. Вот, да. Слушайте, ребята, у меня одного подлагивает, да, стакан-то? Не знаю, может быть. Как вот замочная скважина. Ого. Тихо, готовьтесь. Ого. Убивайте, подождите. Да зачем, я хотел показать. А ну, вон труп, покажи. Да, да при чем тут труп? Он анимации и звуки сдавал. Офигеть, какой он красивый. Это вообще-то просто нацист. Да я знаю, ну как... Тихо, ловушка, там ловушка. Я не знаю, как ее обмануть. О, что? О, я жив. Что? Не... В смысле? А как я в прошлый раз прошел спокойно? Лол. Ты видел, как его? Подожди, тут как-то надо обмануть. Стой, не ходи туда. Что это за ящики? Они должны как-то активироваться, нет?
А может как-то что-то туда кинуть? Я знаю, надо что-то реально туда закинуть. А может про бонихопить просто как-то? Не Хоп. Знаю. Или просто пробежать? Нет. Короче, Маш... Ой, лава, твою лава. Твою мать, это чё? Лава течет? Лава течет? Нет. Не, она здесь остановится. Так, Сникерс нас покинул. Я не знаю, что делать, чувак. Может, надо как-то нажать на что-то? Давай. Ладно, я попробую. О-о-о. Твою! Ой, ой, ой! В смысле? Опять нацист. ХП? Подожди, а эта штука нас... В общем, тут опускаются ставни такие, они зажимают нас и просто убивают. Смотри, здесь... Блин, смотри, это надо было те ящики запоминать. О-о-о. Походу, нужно подобрать комбинацию. Вроде сработало. О! Да я ладно! Я крутанул, да, тут. Подожди, подожди, мне страшно. Чувак. Я не хочу туда идти. Это... Любовь. Ёп! Ёп! Чё? Да что такое? Стой. Что происходит-то вообще? Ого. А это что такое? Тут дверь какая-то, кстати, есть. Слушай, я знаю, из этой двери зомбарь должен вылезти. Ну, мне кажется, потому что из этой же вылез он. Ну да, кстати. Иди, короче, вперед, я не знаю. Ой! Чё там? Смотри, какая красота. А что там, просто... О, не... Иди. На себе. Подожди, стой. Это добром не кончится. Да, мне кажется, что сейчас поломается мост. Вот я что-то думаю, да. Или сейчас зомбарь, короче, появится какой-то, или что-то босс. Будет. Босс как. Напоминаю, кооп Mission Hunted. Невероятная карта. Подожди, давай сделаем вот что. СВ-чит я один оставлю, если что, летим сразу. Да, то есть. Если начнут рушиться, чтобы просто не теряли, как бы, сюжетную линию. Нет, ты тут... Твою! Ого. Ты умрёшь. Ой! Нифига, из Fallout'а гули! Да. Ого. Мама! Мама дорогая! Хелл! Так, меня не убивай! Они стреляют? Да. Он стреляет, походу. Чувак! Это арена с... Да. Ни хрена себе! Я попал... Не гаси так сильно, патронов. Это босс! А, это босс! Еще идут! Твою мать! Ай-яй-яй, хелп! Да. Какого черта? А респавниться тут нельзя. А что делать-то вообще? Они про... Так, короче, я не знаю, я полечу. Я не знаю, может, оно бесконечно. Ты не респавнишь? Нет. Так, ладно, я не знаю, куда мне идти-то вообще. Ты снимаешь это? Не знаю, что делать теперь. Видимо, в портал бежать. Подожди. Офигеть! Ого. Итак, прыгаем в портал. Ого. На. А, там вода. Хотя, подожди. Ой, твари. Опять нацисты. Убивай их. Там еще один есть. Да, я буду, наверное, валить их. Смотри, какие они странные, а? Надо же. Они умирают в одной позе, почему? Ну, это, знаешь, так, прилегли отдохнуть. Так, подожди, а там вода есть, и там что-то есть. Ну-ка. Или нет? А, не пускает туда, лол. Так, ну ладно, тогда идем. Ага. Только смотри аккуратно, тут может ожидать все что угодно. Хрен знает, что тут произойти. Клетка, как там. Да, замочек ломает. А я не знаю, зачем они нужны. А, о, смотри, сейф. Оружие. Чувак, это сейф. Сейф? Да, сейф стейшн, походу. Не но знаю. Лично я так думаю, сидит там. Но, мне тоже кажется, но я не знаю. Ты оружие взял? Да, калашик. Все, подожди. Тут две двери. Давай попробуем вот эту. Закрыто. Давай. А ну, давай. Закрыто. Да ладно. Странный рисунок. Тихо. Странный рисунок. А, это карта, слышишь? А, да. Так, подожди. О, тут черепки какие-то, может по ним пострелять надо? А не, подожди, давай попробуем по карте все-таки разобраться. Посмотри, это типа квадрат из черепов. Ну да, так, ну так это...
Может тут разрушить что-то надо? Ну тут надо карту, подожди. Тут просто. О, я нажал на череп. На череп нажал? Да, смотри, смотри. Умом эту карту не понять. Ого, да ладно. Да, и открылась. Так, А, да? Угу. Хорош. Все, идем дальше. На рандомную тыкву. Ага. Давай сюда. У ХПшка нужна? Не, у меня 500. Так, ну я тоже оставлю пока. Давай сюда. Ой! Ой, ой, ой. Тварь. Она, кстати, через стены видна. Так, все, проходим. Давай. Тут что-то должно быть. Офигеть, тут можно вообще запутаться, с ума сойти можно. Вот это мне нравится, какой-то выступ такой текстурный. Сзади, сзади, сзади! Ого. Братан. Я еле успел. О, вон, вон, побежал один. Еще, 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 еще. Да, там один побежал. Там хпшек дофига, кстати. Да, я вижу. Средневековое вино. Не, реально в одной позе умирают, это бред. Так, ну подожди, мы непонятно вообще куда пришли даже. А, в Гарри Поттере была такая фигня, помнишь? Да, да. Ой! Вот что это такое? Они еще пламенем коцают. Да, походу. Так, или они хилятся так. Хилятся? Обалдеть можно. Что это за мрази такие? Ну серьезно, какие-то нацистские эти. Давай! Ай-яй-яй! Давай, 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 давай! Гарри Поттер с фашистами. Гарри Поттер с фашистами. Отлично. КС с Гарри Поттером и фашистами. Отлично. С Блэк Джеком и Гарри Поттерами. И с Гермионой. Опять закрыт, что ли? А, ну, видимо, там надо все-таки пройти куда-то. Да, там что-то надо. Сейчас опять вылезет, смотри. Нет? Не, она одноразовая, походу. Одноразовая. Одноразовая. Хитро. Так, ну ладно, тогда здесь что-то надо искать. Вот что-то с этой штукой. Или нажать надо на что-то. Ну, я тоже там тыкал. Вообще, как это, рандомная карта. Ну да, надо вот, вот с этим что-то надо сделать. А, вот вон, 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 смотри. Две... Да ладно. Да, я двигаю. Тихо, тихо, ты что-то нажал, нет? Нет, я просто продвинул. Какая-то бздюлька. Ой! Чувак, я разбил. И что, она прям двигается дальше? Нет. Пока нет. Думал, сможешь убить меня так легко. Ха-ха-ха-ха. Садись. Подожди, я не могу туда залезть. Как ты залез? Буква Е. Ой, это же такое. А-а. Буква Е. И что, и все? Она Welcome to hell? Подожди, я могу. Сейчас. О, я управляю. А, ты управляешь? Да. Да ладно. Ни хрена еще ты вдует еще. Не, просто быстрее на рельс. Обалдеть! Опять не стреляют. Ого! Не мама, я захочу. Вот это поворот. Я могу? А что они такие четкие, я не понимаю? Точки. Твою! А как? А ты как? Должен был повернуть, дурак. Нет. Да ладно, пробуй. Нифига себе. Смотри вперед, мне интересно. Да ладно. Нифига. Офигеть. А тут что? Все. Ай. Охренеть. А подожди, как тут интересно чекпоинт? Так, ну не знаю, ну-ка сейчас паузу. Так, ладно, давай ты один пробуй выжить. Это точно какой-то Fallout. Подожди, а что это светится это? Черепки. Радиоактивные черепа, что ли? Знаешь, как в метро были грибы? Да, 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 вот точно то же самое. Ну, я подумал, немножко на Fallout похоже, ну ладно. Я не хочу туда идти. Ну иди уже, иди. Мама, ничего там, не вижу. Огромный мега-червяк вылезет. С выражением лица. Вау, что это такое? Ого! Нифига себе там черепо. О, я вас. Я это, надо. Выпусти меня. Все, я затащил. Довольно, я же говорил, да. Давай, тихо, 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 тихо. Могу сам вылезть. Да. Нет. Спасибо. Стволы, стволы, стволы. И ты тоже себе возьми. Смотри, какой там череп гигантский. А вот на лед я бы, наверное, не заходил. Знаешь, что мне там напоминает? Амнезию. А, да, а ну подожди, я сейчас попробую вот что сделать. А, так тут бесконечные калаши. Да, тут. Так, ясно, а так. Ладно, тогда я возьму калаш. По КП сейчас упадут. Че, погнали? Нет, они точно должны упасть, я вижу там какие-то штуковины. Ой, ёп! Ты что сделал? Я нажал. Сейчас что-то полезет, вот смотри, что-то да, сейчас полезет. Вон, я боюсь представить. А? Я что-то вижу. Сука! Я между сосулек. Так, я опять слышал крик зомбаря этого. Ты, кстати, был прав, что ли? Офигеть!
Ого. Вот это да. Подожди, а. Там, там что-то еще есть. Смотри. Смотри. Что? Чувак подошел. Вытащи его оттуда. Блять, они идут, бежим нахуй. Что? Батя с той стороны бежит. Смотри, это самое, они вообще самоубились. Ну я понял, подожди, не раш. Давай посмотрим, может тут что-то есть. Может пасхалка какая-то. Ну да, вот типа такого. Отлично, напоминает... они должны были по мосту бежать, но они самоубились. Озвучка напоминает Битардию. Это, не, у стримерши у этой. А, это у нее такой же синтезатор. Это же Google это. Подожди, а куда нам теперь идти-то? А в домик, пойдем в домик? Все в домик. Охренеть домик, я да? Я кстати. Это, о, молотора. Нифига себе. Как они добавили это все? Я что-то взял. И что ты взял? Я метнул какую-то. Воу-воу-воу! Газ! Ты что сделал-то? Ты может или... Мы что, заражены? Ты зеленый. Ты тоже. Ебануться, чувак, ты должен помочь мне. Мой друг попал в беду на другой стороне моста. Вытащи его оттуда. Блять, они идут, бежим нахуй. Что за ересь такая? Ты затриёбался. Оп. И да, он тут, кстати, улетел. Еще третий где-то должен быть. А третий? Так, ребята, в общем, мы немножко заблудились, но, как я понял, нужно зайти в этот дом, взять вот так вот рычаг и быстро свалить, пока не начнутся газы, так сказать. А теперь вот этот рычаг нужно применить вот куда. Не-не-не-не-не. Падать не хотим, применяем его сюда. Во. Открывается вот эта, значит, дверь, а здесь у нас трупец. Спасибо, братан. Не за что, братан. В общем, короче, он помер, тот помер. И теперь нам нужно уже вот сюда. Все, теперь мы тулим сюда. Так, тут у нас опять зомбо-нацист. И теперь уже пытаемся добраться наверх. Ведь я все правильно говорю, да? Да, да. Так, ну конечно же это все дикий геморрой, поэтому долетаем вот сюда. Нажми на ногу. На ногу? Ну, я нажал на ногу, у меня сработало. Да, на ногу. Нормально. Так, ладно, здесь у нас написано Джон Сноу. Нажимаем раз, нажимаем два. Или надо выбрать что-то из этого. Подожди, это что-то с лестницей было или мне показалось? Мне показалось, да, что она как бы вверх поднялась. Угу. Так, ну допустим, хорошо. Идем дальше. Зачем ты вернулся? Ты был на свободе и мог уйти, но ты вернулся. Ну да. Ну пусти. А, наверное, одна поднимает лестницу, а вторая, короче... Что за нахрен? Вот я же прошу. А это мороз тебя коцает, гусь. Да? Да, только здесь надо что-то опять сделать. Или на какой-то... Я вижу, ты очень устал. Давай поспи немного, а затем мы с тобой продолжим. Вот, вот. Всё. Теперь ты появился в одной клетке, а в другой. А как нам выбраться? Подожди, пока смотри. В этом месте мечты сбываются. Просто пожелаешь, чтобы я сдох. Сдохни. Я забыл. Тут только мои мечты сбываются. Сдохни, я тебе скажу в чат, это голосовой. Так, подожди, теперь смотри, у нас не осталось вообще ничего. И мы в какой-то камере для узников. Так, ну пусть, слава богу, двери открыты, это нам даже на пользу, потому что если твари побегут, то они хотя бы запутаются в этих штуках. Вот, вот. Ищи, вот. В этих камерах наверняка есть какой-то или ключ, или что-то. Да не, я вот нашел, продолжай. Нашел? О, пистолеты. И мне дай. Револьвер? Да, R8, я взял. Не, я возьму себе сверхнул, наверное. Хил надо? Блин, сейчас, подожди, я не знаю, что мне взять, ладно. Я хил. Стой, хилку, да, хорошо. Нам теперь дальше, слышишь? Нам сюда, по-моему. Ни хрена вынесло. Да. Только ты не беги, стой. Ой. Что это такое? Давай. Ого. Подожди, покажи. Что это такое? Еще. Что это? Режь. Короче, я так понял, лучше взять все-таки. Беги, подожди. Чувак, беги. Охренеть. Все, заставь. Мама. Режь его. Нифига себе разраб.
Я возьми ПД-750, потому что вот этим дерьмом, пока ты стрельнешь. Чувак, у меня уже патрон нет. Так новый возьми. А я ж беру. Охренеть. Что это за мрази? Мне чужой почему-то показал. А да. Здесь косочка, да? Нет. О, на этой тарелке, может, надо заныкать? Скрабы какие-то. Ну я же говорю, это какие-то твари. Да не беги ты так вперед. Не, не бегу. Мне же страшно и тоже интересно. Господи, что это за твари? Еблан, мать! О, Нази. Беги. Мама. Беги, твою мать! Чувак, ты чё с... Юху! Чётенько. Попробуем второй раз. Подожди, мы... Ой, юху! А, нет, нормально. Не, нормально. Но смотри, на мне эта фигня. Офигеть. Вот как сейчас здесь, поворачивать надо? Да. Да я ж повернул! Красава. Я ж повернул. Ну, воскреси меня. Так, хорошо, идем потихоньку дальше. Тут оружие. Где? Ага. Вот. Ну, UMP как-то более будет целесообразно, мне кажется. Смотри, тут этот, пиктус. Не пиктус. Фикус. Фикус. Так, ладно, ребята, врубили год для того, чтобы это все... Оу, это что, тайник, что ли? Просто модель. А? Для того, чтобы проходить все более красиво и атмосферно. Так, ну здесь понятно. Паркур Пауэр, это и без года на изичи проходит. Че, упал что ли? Да. Ты лалка. Так, тут хпшка опять. И все, какой-то туннель подводный. Ладно, и пошли посмотрим. О, это я фигня. Опять это крыс? Да. Это что за загадки тут такие? А, просто плывем дальше, хорошо. Да. А куда ты поплыл? Я за тобой плыву. Офигеть, слушай, вот это сдуреть можно. Да, разраб постарался. Да, это умеет. Так, а тут... Блин, я сейчас захлебнусь вообще. Тут два выхода или один? Вот, сюда. Там просто такая как арка, но она забита кирпичами. А, вот где ты крякнул, тварь. Так, всплываем типа... А, вот. Что ты хочешь от меня? Так, все, типа воздуха вздохнули и опять вниз. Ай! Еще одна гниль. У меня одного патрона уже нет. Ну, в общем-то, да. Так, плывем. Сдуреть можно. Так, тут пробиваем дверь, а тут что? Ага, тут хпшка лежит. Ну, это неинтересно. Все, плывем опять по каким-то вонючим туннелям и всплываем мы с тобой опять же в замок. Канализация. Опять эти гниды. Бот, причем, видишь, это бот. Я показал какой-нибудь скалопендра, нет. Так. Блин, как он это сделал? Я в шоке. Добавил мега скорости для ботов, вейпоинты красивые. Так, иди под доскам, слушай, мы же знаем, что будет как-то все. А если не под доскам? Аза-за-за-за. Еще одна тварь. Еще одна. Так, ну ладно, тут, надеюсь, ничего на нас не обрушится. Что-то мне это Outlaws какой-то напоминает. Да, кстати, последняя миссия. Да. Ой, да ладно. Что, прокатиться? Ой! Прям на эту тварь. Ну как-то не вот. Опять хорошо. Этот, или нет? О, Нази. Два Нази. Патронов нет. Ой-ой-ой. Так, выбираемся отсюда. Ай. Подай руку, брат. Не могу, чувак. Просто прыгать. Или вот так вот, опа. Так, респаун поинт, это что такое? Это что, пожрать можно? Прикинь, замерзшие помидоры. О, стволы, наконец-то. Так, хорошо. Каток. Опять? Погнали кататься. Поехали. Йо-хо. Как-то оно не эпично, по-моему. Ого. Я думал, это будет поинтереснее. Ну, конечно же, физика КС-ки не позволяет, но хотя бы как какой-нибудь этот... Сервер, как он там? Серф-сервер этот. Ну, так, там... баклажаны, какое-то пойло. Хорошо. Это что за тара такая? Что там такое? Две мрази. Опять? Сначала желтые, потом... Идем направо посмотрим, что там. Пошли направо. А то прямо я уже предвкушение, что там что-то есть. Мне как-то стрёмно, что тут так еще невидимки были. Ого. Что, стрёмно говоришь?
Говорю, что стрёмно, что очень много ботов. Да-да-да. Это пугает. Так, сундуки. Сундуки пустые. Ладно, идем сюда. О, посмотрим. Статуя. Статуи нету. Ага. Статуя. Так, а здесь что? Баночка с ХП. Ну, тут как-то все примитивненько. Может, ей тоже надо на граблю нажать? Нет? Он в шапочке. А, нет. Свэг. Свэг. Все, идем тогда туда, куда нам, видимо, и суждено. Там еще этот рычаг какой-то. И опять черепки. Ну, мне это не нравится, кстати. Можно на него нажать? Вот я бегаю, нажимаю. На так, ладно. Что-то череп какой-то маленький. Ну, это карта. Ой. Ого. Ого. Ляпота. Зимний лес. У меня бой. Ты ослеп. И ничего не видишь. Ты... Открой глаза, чтобы увидеть твое новое творение. Как это... Что это такое? Не убивай. Ой. Мама. Это мама, похоже. Ого. Что это за твою мать? Новое творение? Мамаша! Охренеть! Что оно такое? Я его, кажется, грубил. А что ты с ним? Ебу! Что? Что? Ты все равно умеешь. Вот там я тебя и захуячу. Захуячу. Очень культурно. Так, я вижу портал опять. Подожди, а тут какая-то еще смотровая такая площадочка. Ну, так и... Блин, красиво как. Ой, ты ой. Чё? Ты что, идиот? Ты куда? Давай ты, портал. Ты в портал? Да. Оно меня в сало. Курица. Ой. В смысле? Я типа курицу зря убил? Или... Слышь, с тобой можно поговорить? Нет. И что? Глупый бич. Слушай, кто это придумал? Я не знаю. А, ну это, короче, они просто типа выстрелы испугать? Серьезно? О, вот это должен говорить. ДСБ. Ты поговоришь со мной? Я в нем застрял. Офигеть. Так, ладно, подожди меня. Меня. Что это такое? Это спуск. Так, ну мы спускаемся, как обычно. Не так, как положено. Ну, видимо, это какие-то стражники или нет, эльфы. Нет, так и положено, по-моему. Я опять курицу убил. Они выстрелов боятся. Но это не мудрено. Так, а вот тут, наверное, дракон сейчас будет. Слушай. Зачем точно ты... сейчас тут дракон будет. Ёп. Твою мать. Драго. Идем сначала сюда пробежим. Чувак, да? Без анимации бежит. Да он не один такой. Подожди, я не пойму, а нам куда вообще? Туда, сюда? Вот туда, вон, на гору, по-моему. Ну, пойдем посмотрим. Ох, я чувствую, сейчас что-то будет. Да. Блин, ты прикинь, эти контртеррористы в лесу в средневековье. Это просто шикарно. Да, и с такими пушками. Угу. Я понимаю, там хотя бы с ножом, но... Не, и то там, тогда еще таких ножов не было. Ну да. У тебя рация, вон, шлеп. Блин, вот это мостик, просто такая атмосфера, но необычайная. Тут даже стрелять не хочется, хочется все по-тихому так проходить. Мне наоборот хочется все взрывать. Ну ладно. Там какой-то домик опять. Да, домик. Хата. Хата, точно. Вот там опять уже какая-то тварь бегает. Где? Ого! Или... А, нет, то люди. Это люди? А прикинь, такое, короче, темнота в глазах, и это монстр. Лошадь! Лаша. Да ладно! Ого! Она вряд ли живая. А давай-ка... Живая? Не. У нее хвост болтается. Подобного. Она живая! Ого. Она живая, чувак! Офигеть. И что, можно будет, наверное, сесть сюда и поехать? Так, ладно, ну... Пока не знаю, давай в дом зайдем. Тут, кстати, что-то написано было, ну-ка. Ого. Так. Требуется ведьмак. В наших краях засела крыса. А, ого. Шуточки про Путина, интересно. Это существо уничтожает наше поселение, убивает наших старейшин. Так, короче, ладно. Вот это вообще такого я не ожидал. Прикольно. Так, ну хорошо, идем. Buy a wagon. Ни хрена себе. Здравствуй. Мне нужна телега. Вот возьми все, что есть.
Она твоя, странник. Спасибо, ёпт. Они реально выстрелов пугают. Ты прикинь, как все продумано, а? Ты что, завис? Карта сделана просто без... А, все, теперь можно в лошадь сесть. Очень круто. Я в шоке, чувак. Как так делают карты? Ну это да, это конечно. Умею. Садись, бегу. Иду. Тут еще и показывают, куда ехать, прикинь. Ого, да, я сел. Смотри. Ого. Японский городовой. Звуки подлагивают, но я в шоке. Чтоб тебя в рот драть. Так это дракоша говорящий? А я не знаю, как тут такая тряска. Может их сбивать можно? Куда я вообще еду? Я не знаю, куда я еду, чувак. Я походу правильно еду. Да ладно. Ну, могу его задавить тебе? Нет. Ты живой там вообще, нет? Охренеть. Блин, из лошади сделали машину. Это вообще нечто. Просто офигенно. Я поражен. Это первая карта, от которой я просто голову снесу. А как, если патрон нет? Какого хрена? Гаси! Тут у меня патроны. Мне, по-моему, респаунится. Блин, что такое все неповоротливо? Едь давай. Это ты управляешь или сам? Да, я. Ну а ты думаешь, почему так хорошо едем? Без всяких приколюх. Так, ну ладно, дракон там полетел, в общем, я так понял. Нам надо просто куда-то ехать. Хотя, походу, мы круг вообще делаем. Да, кстати, тоже так. Что, мне кажется, что мы кругаля, наверное, вышли. Тут должна быть эпическая битва, видимо, с драконом. Или может это не. О! Kill the Dragon. А чем стрелять? Прикладами кидать. Прикладами. Не могу. Офигеть, еще эти твари здесь. Так, хорошо, я водишь. Давай, короче, у тебя вообще нечего. Вообще нечего. На чем буду делать? Окей, давай спрыгиваем с этой телеги, короче. Как? Не могу. На пробел. Ведь средневекового дракона из калаша. Отлично. Чувак, отгони телегу, я не могу. Пробел нужен. Ну вылетя тут ноуклипом. Не работает ноуклип. Ну. Отлично. Так, сейчас сделаем. И как мне его... У меня тоже патрона, кстати, уже нет. Давай полетаем, порежем его. Давай, я хоть посмотрю на модель. Да, его. Он что, из железа что ли сделал? Да. Я ему по пердаку убил. Да ладно. Вот, думаю, два спецназа летают и драйвом. Я в нем сейчас застрял. Как его убить-то? Наверное, пулемет. Ну подожди. А, так вот же оружие, дурын. Иди сюда. Где? Иди ко мне, вот пулемет, эти оружие. Кстати, чувак. Чё? Да я режу, чувака. А, они нападают, короче, их надо убивать. Смотри, лайфхак, когда у тебя патроны кончились, бери просто новое оружие. Да. Да фамасами его долби и все. Не, калаш мощнее. О, Леон! Ну все, завалили суку. Теперь можно пойти по пивку. Да ладно. Не летай, подожди. Я что-то провалился. И что, и куда нам идти теперь? Погнали на лошадь. Идем. И все? Лол. Мы что, про... И все? Эй, Ара, подожди. Я с тобой. Да, все. Да. Так, давай посмотрим теперь, что будет, если английский язык взять. Ну-ка, респауны, хп. Так, английский мюзик. А ну погнали, посмотрим. Where the fuck I am? What is this place?
It seems like here is a missing thing. I need to find it and put it here. Лол. Ну, короче, забавно, конечно. Но... I've found it. Не, на русском интереснее, как-то смешнее. Ой. Ой. Так, ну-ка, ключик. It seems like this key is for a door. Ну что, ладно, ребята, давайте будем прощаться, наверное, да? Давай на стулья подлетим, что ли? Да не, нормально, и так. В общем, это был Co-op Mission Hunted. Вот такая вот просто невероятная новая карта. Сумасшедшая просто. Теперь вы понимаете, что нас ждет в будущем в CS. Это уже станет не просто шутером, а нечто... Нечто станет. Я просто не знаю, у меня слов нет. Ну что, все, чувак, всем да, пока. Да, всем пока. Удачи. Всё. С вами был Sky, Дрон и наш блудный Сникерс, который, как обычно, вылетел. Всем пока.